В День молодежи в Ульяновской области прошло более 100 мероприятий. Жители региона смогли не только весело провести время, но и узнать много нового. Некоторым удалось даже познакомиться с будущим работодателем. Локации распространены по паркам города. У нас в муниципальных образованиях отмечается День молодежи. Хоть и погода чуть-чуть с дождем, у нас есть и туристические тропы, где совместно с главами муниципальных образований молодежь идет по турмаршрутам. Программа получилась насыщенной и разносторонней. Помимо развлекательной части, молодежь посетила лекции «Общество знания» о спорте, проектной деятельности, литературе и истории России. В центре города проходил традиционный фестиваль креативных индустрий молодых предпринимателей «Майфест». Для гостей проводили мастер-классы, работали стритфуд, предлагали позаниматься в зонах спортивных активностей. Не оставили без внимания и молодежь, которая только ищет работу. На Соборной площади работала ярмарка вакансий. Активное участие в ней принял ульяновский филиал ПАО «Т+». Предлагаем всем желающим, которые приходят сегодня к нам, присоединиться к нашей команде ПАО «Т+» ульяновского филиала. Также рассказываем о наших открытых вакансиях, кто нам требуется. Компания предлагает молодым специалистам достойную зарплату, перспективы карьерного роста, обучение и работу в дружном коллективе. Сейчас в ульяновском филиале открыты вакансии слесаря по ремонтному оборудованию, слесаря по тепловым сетям, электромонтера и многие другие. Нашли площадку по душе и ульяновские мастера слова. Во Дворце книги они встретились с Владимиром Потаповым, режиссером фильма «Крик тишины» о Великой Отечественной войне. На встрече ребята задали свои вопросы режиссеру и подвели итоги конкурса эссе по фильму. Организации праздника «Ульяновская молодежь» осталась довольна. Все сделали так прям прикольненько, даже оживленно. Людей очень много. Несмотря на то, что на улице дождь, люди веселятся, гуляют, играет музыка. Также на главной сцене праздника выступили ульяновские артисты и известный рэпер Карандаш. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.